Открывайте седьмую! На выход, шеф! О, да, ты настоящий герой! Опознание заключенного 117. Шиф Геликс. Думаешь, расколот меня, легавый? Да я был в самых темных углах вселенной! Ты бы там точно заржавел от ужаса! Я был в вечных ямах Зордума, в железной крепости на Навалисе. А! Привет, новичок! Я... Капитан Кварк! Да даже и не верится! Собственной персоной! Я мечтал, чтобы вы меня арестовали! Иди-ка прогуляйся. Зет, я к тебе обращаюсь. Да, капитан. Что ж, новичок, я так понимаю, ты следил за моими подвигами. Еще бы! Вы же самый известный супергерой во всей галактике. Больше уже неизвестный. И слова ранят, одиночка, Билл. Я ваш фанат. Я даже предзаказал новую голую игру про Рэтчета и Кланка. Новую что? Ну, игру, в которой рассказывается про вас и про Ломбокса. А, ты имеешь в виду голофильм? Ну да, он ничего. Правда, сплошь компьютерная графика. Да нет, я говорю про игру. Она сделана по голофильму. Вот и письмо с подтверждением. Мне ее доставят прямо в тюрьму. То есть игра на основе фильма, снятого на основе моей биографии? Со мной же никто не консультировался. Ах, я сам виноват. Я слишком долго пробыл вдали от любящих фанатов в этой глуши. И теперь никто не услышит мою версию этой истории. О, я могу вас выслушать, капитан. Правда? Тогда присядь, друг преступник, и внемли моему рассказу. Все началось с незадачливого Ломбокса по имени Рэтчет. Куда это ты намылился? Эй, Грим, ты здесь? Я думал, ты пошел на базар за гравитационными катушками. Ага, но я здесь. Я всегда здесь. Уж не вздумал ли ты случаем пройти отбор в эти, как их, галактические рейнджеры? Мне нужен всего один час. Ну ладно тебе, Грим, это же галактические рейнджеры. Там будет капитан Кварк. Пока не починим корабль мистера Микрона, никуда не пойдешь. Живо берись за рукоятку! По-твоему, это магнитная подушка? Давай, берись за рукоять! Ты посмотри, авионика сгорела, процессор сгорел, даже гравитационные катушки. Так, посмотрим, работают ли эти новые лампочки. Посмотри наверх, там ничего не мигает? Да, слева все нормально. Просто чудо. Ладно, теперь форсажные фары, глянь-ка вниз, есть что? Левый нижний дожигатель в норме. Может, эта штука и правда еще полетает. Чуток правее. Правый нижний дожигатель в норме. Так что, порядок? О, порядок. В новостях говорили, набор проводится на ярмарке. Покажи им, на что способен. Вот Рэтчет поддался, тянет к приключениям, надеясь стать галактическим рейнджером. Настройте скидки.
Рэтчет бил противников старым добрым мультиклюком. Чтобы взять верх над врагами, Рэтчет воспользовался старинным приемом из арсенала воинов. Прыжком! Рэтчет знал, что ему грозит смертельная опасность. Если он окажется на краю гибели, нужно будет раздобыть нанобот. Я этой штукой пользовался после одного ограбления. Залечил 3 пулевых отверстия из 5. Показал явное неуважение к общественному имуществу. Смотрите, как он лупит по ящикам. Возможно, он просто берег болты, чтобы накопить на новое оружие для защиты галактики. Кто тут главный, ты или я? Закрутив врагов, Рэтчет бросился вперед. Его цель — судьба. Салана — опасное место, о чем свидетельствует большое число разбросанных по планетам ящиков с боеприпасами. Добавить остроты, мы вооружили этих дурачков гаджетроновскими огнемятами. Наши юристы не возражают. Отлично, новобранец. Пожалуй, ты годишься в рейнджеры. Осталось последнее испытание. Давай, Рэтчет, ты справишься. Если вы увидите меня на мир, настал час финального испытания. Отбейте от безжалостных противников, и ты станешь нашим новым рейнджером. Один годов. Еще один год. О, какие-то злые жабы. Неплохо. Может, перед нами следующий галактический рейнджер Саланы? Неплохо вышло.
Несчастный знал, что его может выручить только лишь система вентиляции. Если бы он смог добежать до шахты, у него появился бы шанс спастись. Ты найдешь этого дезертира, Виктор. Ты всегда был молодцом. Хилый перебежчик знал, что залог выживания — швырять бомбы во все препятствия на своем пути. Юный перебежчик заметил пружинного бота и понял, с таким ценным устройством он сможет победить опаснейшую из сил природы — гравитацию. Бедолага должен был швырнуть пружинного бота. Но куда и как? Хватит бегать, бестолочь ты железная! Вернись сюда и давай поговорим, как робот с роботом! О нет, вода! Вдруг перебежчик заметил энергобота. Это устройство могло обеспечить питанием другие машины, но куда его бросить? Ха, у тебя это самое, талант драму нагнетать. Спасибо, Шиф. Я и сам горжусь своим талантом рассказчика. В чем же проблема, Виктор? Я его не упущу, председатель. Сейчас он у меня крепит. Это было нетрудно. Ты надеешься убежать от меня?
Опять этот дикарь. А ну вернись, жалкий предатель! Попробуй-ка убежать от этого! Я разорву тебя на части! Шестерню за шестерней! Вода! В голове у Рэйчета роился миллион мыслей. Сможет ли он починить крошку робот? Станет ли это началом большого приключения? Правда ли он забыл выключить протонный двигатель? Ответ на все эти вопросы был «да». Ладно, держись. Попробуем добраться до гаража. Большие пропасти Рэйчета не пугали. Пересечь их было просто. Нужна была лишь петля и чуток отваги. К счастью для нашего пушистого героя, в удачно подвернувшемся ящике Рэтчет нашел воспламенитель. Круто! Воспламенитель! Может, выстрелить куда-нибудь, чтобы открылось? Мои датчики показывают, там есть переключки. Ты неплохо стреляешь. Здорово. Сосредоточиться! Найди его, а не в отрывке! Рэтчету было плохо. Раненый, сбитый с толку, одинокий лобок брел по потоке заль в поезд. О, ларги! Что они здесь делают? У меня есть сведения, представляющие угрозу для председателя Дрэка. Должно быть, он завтра на этой планете явился, чтобы их забрать. Грим, слушай внимательно. Запри двери гаража и спускайся в убежище. Я вернусь, как только смогу. Понял тебя, Рэтчет. Тебе от нас не уйти. Я попал! Готов! Вроде со всеми разобрались. О, это корабль Бларгов? Верно. Если совсем точно, модель X6Z. Она же корабль смерти. Супер.
значит. У всех нормальных заданий, только мы должны искать какого-то изменника. Да, не то, что суток плохо. Свежий воздух, согревающие лучи солнца. Природа, дома-то у нас ничего такого не... Что? Же Грима Бларги. Грим, ты жив? Со мной все в порядке, но я не откроюсь, пока они тут. Держись, Грим, я разберусь. Летит десантный корабль. Роботы! О нет, в гараже Грима Бларги. Грим, ты жив? Держись, Грим. Я разберусь. Я вижу вас по головизору. Приближаются новые враги. Сюда летит десантный корабль. Уничтожите! Роботы! Я внизу, в убежище. Рэтчет, тут настоящая помойка. Повсюду оружейные детали и запчасти от двигателей. Еще на той неделе тут прибраться. Да, извини, вышла задержка с одним проектом. Квантовые двигатели для чайников? Бросай куда угодно. А это что? Веселый. О нет, в гараже Грима Бларги. Грим, ты жив? Держись, Грим, я разберусь. Я вижу вас по головизору. Приближаются новые враги. Сюда летит десантный корабль. Роботы! Я внизу, в убежище. Рэтчет, тут настоящая помойка. Повсюду оружейные детали и запчасти от двигателей. Да, извини, вышла задержка с одним проектом. Квантовые двигатели для чайников? Бросай куда угодно, я запомнил. А это что? Веселые проказы с сингулярностями и другими катаклизмами? Скорее, это в образовательных целях. Порядок, Грим, все чисто, откроешь нам? Рэтчет, растери меня, Зони, что это рвануло? Извини, Грим. Слушай, готовь инструменты. Я нашел в пустыне кое-что, что нужно починить. Любопытно, что же это за фабрика? Это? Это просто гараж. Я здесь живу с самого детства. Пойдем, надо тебя залатать.
Ну что, но я видал и похуже. Идем, может, кто-нибудь в городе сможет нам помочь. Стоп, это Раритан? Может, сначала обновим оружие? Задержав себя, наш бесстрашный ломбакс нырнул в самую глубь глубины. Амибоиды. Согласно моей базе данных, их создали в Graphic Industries для поддержки боевых роботов. Еще пруд. Готовимся! Они все лезут! Нужны наноботы. С врагами покончено. Отлично. Давай купим у торговца что-нибудь полезное. Здесь ты подбираешь себе оружие. Давай покажу тебе на примере моей пушки. Я бы на твоем месте точно это купил. Для этого вообще-то нужен раритан, но на сей раз используем мой. Тебе надо просто выбрать одну из клеток. Эти вещи следуют одна за одной. Заполни всю цепочку. Ладно, теперь подтверди транзакцию и готово. Эй, ты окружил таинственную клетку. Мощное получится усиление. Вот и все. Попробуй на чем-то из...
Вообще-то у меня нет кабинета, но будет, если я стану продавцом. Ты не пожалеешь. Под завязку. Да, теперь ты сможешь как следует зажечь. Ого, многовато плохишей. Внимание у всех граждан. Как вы могли заметить, у нас тут произошло небольшое вторжение. Мы предлагаем все силы, чтобы связаться с Ларгой. Мирное решение проблемы. Пока они не ответят на наш звонок, лучше не покидайте свои. Мы оставили вам несколько сообщений относительно вашего вторжения в наш сектор. Вряд ли вы народ, наши свидетели, так что просто имейте в виду, если вы давно не проверяли автоответчик, сейчас самое время. Это не последний. Же их. Это же корабль мэра. Сообщение для галактических рейнджеров. Нам нужна помощь, говорит Эгнок Баквош, мэр Торнукского кратера на Навалисе. Без нашей помощи мэр Баквош долго не продержит. Thank you.
встаньте! Хоть кто-нибудь в моей беде! Спасибо. Я думал, нам уже конец. Мы будем рады вам помочь. Почему Дрэк пытается вас убить? Это мой племянник, Скит МакМаркс. Погодите-ка, Скит МакМаркс, скейтбордист-профи. Он прислал мне с Риди этого инфобота, и с тех пор за мной гоняются бларги. Вот, взгляните. Привет, дядя Баквош, это Скит МакМаркс. Мы с моим агентом сейчас присутствуем на грандиозном открытии магазина спорттоваров МакМаркса на Риди. Это просто потрясно! Тут столько клёвого народу! Фанаты, знаменитости, мои спонсоры из Диджитрона. Я даже дал несколько автографов этим странноватым существам, бларгам. Видимо, у них тут на Риди дело какое-то. Стоп, минуточку. Влагосборщик. Супер незаконный аппарат по перекачке воды. По-моему, это не предназначалось для моих глаз. Одержите его, у него чертежи. На помощь! Позвоните моему агенту или моему пиарщику. Хотя нет, это бесполезно. Позвоните тому, кому я не безразличен. Я не хочу умирать. Скид МакМаркс в беде. Нужно лететь на Оридию. Согласен, но сначала нужно починить корабль. Так, ладно, посмотрим, не поможет ли нам кто. Граждане, внимание! Ваш мэр цел и невредим. Вот вас один мохнатый герой и его друг-робот. Моя приемная работает как обычно, то есть каждый третий вторник с 10 до 10.30. Улучшишь свой огнебластер? Ты не пожалеешь! Новенький протонный барабан! Еще пруд, готовимся! Они все лезут!
Агане покончено. Отлично. Знал. Надо будет подняться за воздух.
Рэтчет прыгнул. И еще раз. И еще. Слушайте, а сколько можно прыгать? Эй! Эти ужасные бланки заглушили сигнал. Кто теперь нас спасет? О, привет, рад вас видеть, я тут. Эй, а мы раньше не встречались? Что-то у меня дежавю. Маловероятно. Видать, в черепушке моей винтик соскочил. Я пытаюсь послать сигнал бедствия галактическим рейнджерам с тех пор, как сюда заявились войска Дрека. Весь регион заполонили десантные корабли Бларгов. Вам надо выбираться отсюда. Не могу. Сначала я должен доставить этого инфобота капитану Кварку. Мы как раз направлялись к нему, когда наш корабль сбили. Давайте мы этим займемся. Идет. Я умыкнул его у одного из Бларгов. О, здравствуйте. Я Алонсо Дрек. Председатель Дрек Индустрис. Многие из вас задаются вопросом, почему к военному звездолету класса Г маршируют тысячи тяжело вооруженных роботов? Ответ прост, друзья. Прогресс. Очень давно нам пришлось уйти под землю, спасаясь от экологической катастрофы, в которой наверняка повинна компания моего отца. С тех пор мы переключились с постройки роботов на создание планет. Теперь наш проект близок к завершению, и мы должны приложить все силы, чтобы уложиться в график. Это значит, наша дружественная армия боевых роботов должна сокрушить тех, кто хочет нам помешать. Хорошая новость. Они ничего не знают. Так что откиньтесь, расслабьтесь и порадуйтесь мысли, что Дрек Индастрис работает на вас. Дрек Индастрис на вас не работает. Вижу, у вас трудности с транспортировкой. Давайте я вас встречу у корабля, все наладим и подготовимся к отлету. Он что, сиганул в канализацию? Хм, похоже, это самый быстрый путь. Давай попробуем. Так, посмотрим, что у нас тут. Итак, Рэтчет и Кланк отправились ремонтировать свой корабль при поддержке Плюмбера.
Они и не знали, что скоро окажутся так близки к величию, что будет слышно, как скрипит кожа на его могучих бицепсах. Но сперва им предстояла схватка с тираннозавром Зомби. Эй, минуточку. Я не припоминаю никаких тираннозавров-зомби. Ладно, ладно, Кайфолом. Ну, вроде бы все починили. Обещайте мне, что доставите инфобота капитану Кварку. Обещаю. Спасибо за помощь. Ерунда. Увидимся в следующем ремейке.